В отношении директора туристической компании Tengri Travel System возбуждено уголовное дело. Об этом на встречу, посвященной вопросам туризма, заявил представитель Генеральной прокуратуры. Однако руководителя туроператора Романа Хвана задержать пока не удалось. Он по-прежнему находится в бегах за границей. По его вине пострадали тысячи отдыхающих. Сумма ущерба составила порядка 5 миллионов долларов. Вот только по действующему законодательству страны возмещать потери казахстанцам должны турагенты, то есть те, с кем были заключены договоры. Но деньги пострадавшим страховые компании смогут вернуть не раньше, чем через полгода, когда закончатся судебные тяжбы. А, к примеру, половине клиентов, лопнувшей в прошлом году компании «Гульнар Тур», деньги не возвращены до сих пор. Эксперты говорили о том, что если не предпринять нужных шагов, отрасль попросту может лопнуть. Зону ответственности с агентств нужно снимать, потому что они такие же пострадавшие, как, в общем-то, в целом и сами туристы. Поэтому мы предлагаем перестать страховать туристические агентства, а начать страховать туриста. Не такая большая, как по принципу медицинского страхования, не такая большая страховая премия, в общем, по рынку дает достаточно большой объем накопленных средств, что достаточно будет погасить любой пожар, какой бы ни случился на рынке. Между тем, еще одни участники рынка просят отозвать у них лицензии по обязательному страхованию, мотивируя это тем, что в последние годы туристическая отрасль весьма нестабильна. Если каждый будет банкротиться и страховым компаниям, это просто все страховые компании будут уходить в убыток. А работать самим себе в убыток, в прямой убыток, как бы бессмысленно. Только по нашей компании было заявлено порядка 30 случаев. Это Алмата, Астана, Караганда. Это, получается, сами турфирмы, туроператоры, либо турагентства. Примерная сумма убытков составляет в районе 35 миллионов.